Доброго всем утречка. Заледенело стекло. Сейчас будем греть машину. Пора ехать на работу. Ну вот. Маленько налить. Ура. Можно ехать. 27-е. Вторничек. Вчера целый день мел снег. Метель. Сейчас за бортом -1. Он подтаивает, влажность большая, туман стоит, днем будет, наверное, тепло. Поедем, посмотрим, что в городе. С Фрунзенского района в Ленинский район, помалу. Поблагодарил наших коммунальщиков. Вот ребята на мусорной машине, я не знаю, это высший пилотаж. Каждое утро это в миллиметровке от машины ехать. Молодцы. Хороший парень, говорит, вам спасибо. Он видит, что мы убираем постоянно. Отблагодарил назад. Еще ничего, поставил таксист на встречке, вернее, на правой полосе. Бывает, ставят в первом ряду, тут всего две полосы встречные, что не выехать со двора. Дорога мокрая, все тает. Вечером было -6, выходил. Вот сейчас показывают -1. Туман. Все в снегу. Люди мокрые едут. Снежный ком. На поворотах налить будьте осторожны. Проспект Дзержинского. Темные течут. Thank you.
летает будет опять. Какая погода новогодняя, как всегда в Беларуси. Спирка в салоне, омывайка, дает отдушку такую, лимонно-спиртовую. Минус 15, ну, держит, морозы были до 17 градусов, нормально. Не замерзает. Между прочим, местного производства. Из России возят не очень хорошего качества. Не буду говорить плохую, но... серую контрафактную продукцию. Да, видимость, конечно, не очень. Туман, вода, мокрый снег.